Утро нового дня. Люблю в путешествии просыпаться на несколько минут раньше восхода солнца, пока все вокруг еще укрыто ночным покрывалом. В такие моменты, даже мгновения, нужно успеть наскоро одеться потеплее и, взяв в руки камеру, выйти навстречу восходящему солнцу. Наблюдать за его восходом – одно удовольствие. Сначала лучистое светило бросает свой взгляд на макушки деревьев, что сумели занять первые ряды на склонах гор, немного погодя взгляд его опускается ниже и от всевидящего ока уже сложно укрыться лишь тень от строений до да от пышной кроны деревьев может спрятать от теплых солнечных лучей до полудня ведь тени исчезают в полдень вместе с солнцем проснулись и местные охранники экскурсоводы живой и туман жалобным взглядом, намекающий на то, что одним солнечным светом сыт не будешь. Тем не менее, обход территории друзья-товарищи делают, не дожидаясь утреннего лакомства. Безопасность превыше всего. Не спеша просыпается пенный. Воздух наполнен сырой прохладой и едва уловимым запахом журчащей неподалеку речки левая убинка. Жаль, не в состоянии передать камера ни запахов, ни истинной чистоты звуков, ни контраста здешних пейзажей. Чего уж там говорить об эмоциях, что захлестнули буквально с первых минут моего пребывания здесь? Не всякий здесь побывавший испытал те же чувства, что и я. Восприятие дело тонкое и индивидуальное. Некоторое время спустя проснулся и Олег. Нет предела радости собачьей. Виляя хвостом, так и вьются у ног четвероногие друзья, живой и туман, выпрашивая порцию утренних калорий. Впереди целый день, а до следующей кормежки ждать еще долго. Дружба дружбой, но миски ставит Олег своим питомцам по разным углам. Вскоре пришел Евгений. Вместе с Олегом присматривают они за домом, встречают гостей, приглядывают за лошадьми. Живут здесь круглый год, лишь изредка выезжая за продуктами, да еще по какой надобности. За завтраком до кружечка и горячего чаю всегда найдется тема для разговора. Иной раз фильм старый вспомнится, но в основном утреннее чаепитие совмещается с утренней планеркой, на которой обсуждаются предстоящие дела на день грядущий. Для Олега с Евгением это уже стало обычным делом. Я же с интересом и нескрываемым удовольствием присутствовал на утренней планерке, наблюдая за всем происходящим. Пока взбодрившиеся от горячего чая мужички, вспоминая героев старых советских фильмов, закуривали папироску, я отправился к еще одному сохранившемуся домику, где живет Евгений. Домик этот расположен неподалеку от дороги, у лесной опушки. Место уютное и спокойное. Здесь меня ожидала приятная встреча. Сбившись в кучку, в тени деревьев расположились красивые лошадки. По одному им ведомому ритму, размахивая хвостами, наблюдали скакуны за мной, а я за ними. С нескрываемым любопытством смотрели мы друг на друга. Кто лежа, а кто стоя. На минутку мне даже стало интересно, какие мысли и ассоциации возникают в головах у этих больших и спокойных животных. Увы, спросить об этом у меня не вышло. Едва приблизился к группе отдыхающих, как тут же последняя ретировалась, оставив после себя облако пыли. Не будем тревожить лошадок, пускай отдыхают. Ведь шают с годами созданные человеком постройки. Дождь и солнце, холод и зной постепенно разрушают даже камень. Чего уж тут говорить о деревянных сооружениях. То крыша прохудится, то забор покосится. былые годы, как мне поведал Евгений, в этом пруду разводили рыбу. Линь, сорожка, может и еще какая водилась. Водоем этот явно искусственного происхождения. По крайней мере, на старых картах найти его не удалось. Цвет воды в пруду насыщенный, зеленый. То ли от отражающихся в нем деревьев, то ли от того, что дно его заросло водорослями. Обхожу небольшое импровизированное озерцо круг. Гармонично вписывается рукотворный водоем в здешние пейзажи, дополняя их сказочной красотой. За то время, что я гулял вокруг водоема, лошадки вновь заняли свое укромное местечко в тени вечно зеленых хвойных великанов. Одна забота у блестящих на солнце скакунов – что-нибудь поесть, да от солнца найти укрытие. Наблюдать за ними – одно удовольствие. Особенно умиляют молодые тонконогие же ребята, которые не отходят от своих мам и при первой опасности тут же бегут вслед за ними. Мама уж точно не даст в обиду своего малыша. Прямиком через лес по натоптанной годами тропинке можно выйти к домику, у которого мы остановились. По всем признакам видно, что на этом открытом месте стояли жилые дома. Возле дома несет свою службу очаровательная ласточка. В то время, пока собаки отдыхают, эти крылатые стражники приглядывают за вверенной им территорией. В основном охраняют они свое гнездо с выводком птенцов до территорию вокруг. Стоит начать приближаться к гнезду, как мгновенно над головой появляется скоростная авиация, своим писком и резкими маневрами предупреждающая, что близко, лучше не подходить. Шикарное место для гнезда выбрали пернатые, под потолком на летней кухне, пристроенные к небольшому сооружению. Здесь нет ничего лишнего, но есть все самое необходимое. Газовая плита, стол, скамейка, небольшой буфет для хранения посуды, да шкафчик в углу. На платформе рядом с летней кухней стоит жилой вагончик, в котором живет Олег. При необходимости здесь могут разместиться еще четыре человека. Внутреннее убранство вагончика незамысловато, но чувствуется здесь чистота и уют. Помещение оборудовано небольшой печкой-буржуйкой, обшито древесной плитой. В углу небольшой столик, за которым вечерами за интересной книгой коротает время Олег. Электричества в этих краях нет. В холодное время года жилые помещения отапливают дровами, которые начинают заготавливать еще с лета. Дополнительным источником энергии является Солнце. Энергию от него аккумулируют с помощью солнечных панелей, закрепленных на фасаде хозяйского домика. Трех панелей вполне хватает для зарядки аккумуляторов, телефонов и для прочих мелких хозяйственных нужд. За домом расположен небольшой огород. Возделывают его не весь. На небольшом кусочке земли высажен картофель. Рядом грядка с редиской. Полив организован из бака воду, в который закачивают небольшим насосом из ручья, текущего за огородом. Дополнительно к поливу огородные насаждения орошаются утренними росами, которые в этих краях бывают обильными. К хозяйскому домику пристроена небольшая банька из сруба, совмещенная с предбанником и входом в дом. Такое нестандартное расположение бани, больше приближенное к городским условиям жизни, когда туалет и ванная комната расположены в одном помещении, имеет свои плюсы и минусы. В целом же чувствуется здесь незамысловатость, простота, порядок и уют, которые поддерживают Олег и Евгений. Как и большинство подобных поселений, в далекие до перестроечные годы Пенный жил обычной сельской жизнью. Заготавливали лес. На подъезде к селу функционировала пилорама. Домов здесь стояло немного, но благодаря тому, что поселок был транзитным на пути к Орловке и к Светлому Ключу, жизнь здесь чувствовалась. В наши дни Пенный – транзитная точка для отдыхающих, проезжающих мимо. Зимой, правда, бывает, приезжают сюда на снегоходах охотники. С ними Олег частенько выезжает за продуктами в ближайший населенный пункт, до которого отсюда около 18 километров. Несмотря на кажущуюся заброшенность, у некогда населенного пункта с интригующим названием ⁇ Пенный ⁇ есть все шансы возродить к себе живой интерес, пусть и с туристической тематикой. Со слов Евгения и Олега, хозяева дома уже не первый год прикладывают усилия, чтобы организовать в этих краях место отдыха, доступное для всех желающих. Природа здесь красивая, а с такими гостеприимными и простыми мужичками, как мои новые знакомые Олег и Евгений, обретают места эти свою изюминку. Недаром говорят, не место красит человека, а человек – место. шел к своему завершению очередной день. Живой и Туман наконец-то дождались вечернего ужина, за который принялись с большим наслаждением. Пернатые охранники, за день накормив своих птенцов, немного угомонились. Дневной зной сменился вечерней прохладой. После легкого ужина и кружки горячего чаю наступила тишина и благодать. Каждый был занят своим делом. В вечернюю дремоту погрузились живой с туманом. Евгений и Олег оттачивали свое мастерство в разгадывании сканвордов. Я же наслаждался предзакатными часами, словно кадры в фотоаппарате перелистывая в голове приятные воспоминания об этом путешествии, которое еще долго будет согревать душу теплом и радовать мыслями о том, что несмотря на всю суровость современного мира, есть такие места и люди, которые сумели сохранить давно забытые нами простоту Гостеприимства и добродушие.